Главная площадь Анапы с трудом вместила всех пришедших на праздник. Солнечная погода, ярмарка с продукцией предприятия города, концертная программа, добрые встречи с друзьями и коллегами, возможность отдыха дарили хорошее настроение изначально. Все отлично, здорово, хорошая погода, люди гуляют, отдыхают, великолепный праздник. Все классно, супер. Пока мы едины, мы непобедимы. У молодого праздника есть самое главное – желание продемонстрировать гордость единым государством. Пустая земля, крашенье подневосы. Анапское отделение молодой гвардии организовали масштабный флешмоб. Аплодисментами встретили выступление главы города Сергея Сергеева. Славься, страна! Мы делаем очень многое для того, чтобы Россия была уважаема в мире и чтобы, самое главное, мы уважали свою страну изнутри. Наш многонациональный город – яркий пример того, как более 80 представителей самых разных народностей живут в мире и согласии, развивая культуру и традиции. Со многими национальностями у нас исторически сложившиеся отношения. Наша культура, история переплетается, поэтому нам надо дружить между собой. Молодежь проявила себя с хорошей стороны, дали понять, что они заинтересованы, и в связи с последними событиями видно, что патриотика в нашей стране и дружба народов, она есть. Со странами, те же самые кризисы, мы как бы не бросаем друг друга, мы пытаемся держаться все вместе, неважно какая ситуация, то есть мы должны друг другу помогать всегда. На сцене выступили самые яркие коллективы города. Колорита добавили армянские и греческие народные танцы, а заводные ритмы Кавказа никого не смогли оставить равнодушными. Программа праздника пришлась по душе каждому зрителю. Концерт народного духового оркестра и выступление вокально-инструментального ансамбля торжественно завершили концерт.